Необходимая информация, которую вам следует узнать. Итак, смотрим. Какой-то юноша, давайте посмотрим сказочку. Юноша сидит, думает, мечтает. Но кто-то в этот момент, посмотрите, может получить удар в спину. Это, друзья мои, очень осторожно. От кого может быть? От женщины, если смотрит мужчина. В принципе, тут расклад зеркалится друг на друга. Здесь и девушка. Здесь идет информация о том, что речь идет о каких-то молодых парах. Здесь и бабушка у нас, да, посмотрите, в этой сказочке встречается. А, возможно, какие-то неприятности связаны с тем, что кто-то выпивает. Дальше смотрим. А вот здесь уже какие-то идут побои. Будьте аккуратны со своим партнером, потому что на почве алкоголя может быть всякое страшное. Ну, вообще, можете пребывать в иллюзиях, радоваться, мечтать. Я думаю, что все будет хорошо.